Добрый день, дорогие друзья! Рады приветствовать вас на нашем канале международной компании REST Property. Это застройщик, агентство и лучший бренд по продаже недвижимости в Турции. Ну а сегодня у нас в обзоре частично меблированная квартира планировкой 1+1, а приехали мы в Махмутлар. Чем он так хорош? Можете узнать в более подробном видео, на которое мы оставили ссылку под этим видео. Также хотелось бы рассказать вам немножко о комплексе. Он был построен в 2018 году, а до моря всего 600 метров. На территории комплекса вы можете найти летний бассейн, фитнес-площадку, а также детскую площадку и ухоженную зеленую территорию. А сейчас предлагаю пойти и посмотреть квартиру. Итак, начнем. Мы поднялись на 9 этаж, вошли в квартиру. Напоминаю, ее планировка 1+1 включает в себя гостиную, совмещенную с кухней, одну спальную комнату и один общий санузел. Общая площадь составляет 80 квадратных метров. Попадая в квартиру, мы находимся в таком небольшом квадрате, где уже установлен шкаф для верхней одежды и для обуви. И мы плавно передвигаемся на кухню. Давайте посмотрим. На кухне уже установлен комплект корпусной мебели, имеется вся самая необходимая бытовая техника. Кухня располагается углом, выполнена в классических черно-белых тонах. А также здесь разместился обеденный стол, который граничит у нас с гостиной. Давайте посмотрим гостиную. Гостиная очень просторная и светлая. Вся мебель, которую вы сегодня увидите на этом видео, достанется новому хозяину, но кроме вот этого углового дивана серенького. Его забирает собственник. Также хотелось бы отметить, что пространство в комнате поделено поровну, но оно обособлено освещением. То есть над гостиной у нас имеется центральное освещение, имеется ниша для дальнейшего LED-освещения, а над кухней светодиодное точечное освещение. То есть за счет игры света мы можем с вами обозначать у нас, где кухня, где гостиная. Это классно. А теперь хотелось бы напомнить, что есть выход на большой балкон, который мы сейчас с вами и посмотрим. Балкон действительно хорош, но квартира находится полностью на солнечной стороне. А это значит, что утром вы сможете встречать рассветы, а вечером провожать закаты. Также здесь имеется частичный вид на море, что тоже добавляет очарования. Комната также довольно просторная и светлая. Вместила в себя одну двухспальную кровать, две прикроватные тумбочки, большой шкаф и комод с зеркалом. В комнату также проведены все необходимые коммуникации под установку системы кондиционирования, под центральное освещение. Уже имеется светодиодное точечное освещение. И также выход имеется на огромный балкон. Квартира порадовала нас своим простором, а также качественной отделкой. Если вы хотите убедиться в этом лично, увидеть квартиру лично, вы можете заказать на нашем сайте бесплатный ознакомительный тур. Стоимость данного предложения составляет 60 500 евро. И если вам понравился этот объект, вы легко можете найти его на нашем сайте под номером 82-63. Ну а в заключение хотелось бы добавить, друзья, что компания REST Property дает гарантию лучшей цены. Поэтому, друзья, если вам понравился наш сегодняшний видеообзор, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеообзоры. Ну а я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока-пока.